Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Прокатитесь со мной по улице Академическая и Сургана до торгового центра Рига. Путешествие у нас с таким минимальным экстримом. Троллейбус трещал, гремел, в конце-то концов все равно он сломался, и пол троллейбуса мужчин пыталась его отремонтировать. Ну, мы все вместе, и мы справились. Посмотрите на наш прекрасный город, на наши улицы. Все настоящее, без прикрас. Но посмотрите на чистоту, на отремонтированность домов. Конечно, людей не так много. Многие в это время заняты, тем более душно. Вечером будет совершенно все другое. Дорогие друзья, у очень многих много воспоминаний об нашем прекрасном городе. Они и хорошие, и не очень, но я думаю, что каждый для себя оставит самое лучшее. Каждая стеночка, каждый кирпичик, каждая уличка нашего города – это прекрасная жизнь наших прекрасных людей. Так что, мои хорошие, хорошего вам времени суток, оставайтесь со мной. И спасибо большое за просмотр. До свидания. До новых встреч.